Hola amigos, снова вы, снова я и снова Dark Souls. Если память меня не подводит, а это случается обычно редко, я собирался убить пару големов. Ну что ж, надо, видимо, с этого и начать. Проблема только в том, чтобы... О, это мое, что ли? Проблема в том, чтобы до него допрыгнуть. Вот это, сука, наверное, самое сложное в убийстве этого урода. Я так понимаю, если его завалить, камни по этой башне кататься перестанут, конечно, насрать давным-давно. Второй раз по ней ходить абсолютно незачем, ну разве что выпустить из клетки того, кто там сидит, страдает. Да, нет. Ну как? Ну как, блядь? Ну почему нет-то? Почему не допрыгнул, блядь? В такой ситуации-то. Ближе уже быть невозможно было к краю, все равно не долетел. А я, сука, помню, что я его убивал. А ну-ка еще раз попыточку. Разбежавшись, прыгну со скалы, сука. Вот я был, и вот меня не стало, сука. И когда об этом вдруг есть, блядь, все, сука, ты мой. А вдруг узнаешь ты, тогда поймешь, как ты заебала, нихуя пинок. По-киржаковски прям пнул-то, блядь. Ух ты, ебаный в рот, нихуя себе ты, боец смешанного стиля. Че это ты? Чувак, чувак, очнись, ты че? Чувак, зачем ты стал раком? У меня все равно слишком маленькая пипка. О. Это все, что я ему нанес? Да ладно. Ни хрена ты броненосец, Потемкин, блядь. Бронетемкин поносец ты. Мимо меча, Саша, мимо. Сколько там дамага-то? 88. О. На нахуй. Знаешь что? Пошел ты в жопу, блядь. Ладно, ёпта, я отомщу ему попозже. Обязательно, сука, отомщу. Вот, блядь, вырасту я там. А это ты какого хуя зареспаунился-то? Я думал, ты эксклюзивный, одноразовый типок, а ты, оказывается, он, ну чё? Ой, извини. Пошел к ты в жопу. Так, а чё это за башня-то? Вообще интересное копье какое, оно походу по големам вообще не наносит. О, это ж этот. Это ж коллега нашего рыцаря, того из начала игры. Ёб твою мать, только этот-то помощнее будет. Со своей пидорской рапирой. А шо он нахер? Сука, отведай копья. Ну это вообще, конечно. Хера ты, Дантес, блядь, чё, что за лук схватился? Я также в ПВП делаю, но, сука, это не тот случай. Нюхай копье, мою тварь. Да, Рикардова рапира с него падает вообще. И 4000 душ. Типа он сильнее черного рыцаря в 4 раза, судя по тому, что с него в 4 раза больше душ выпало, да? Незаметно, ой, незаметно. Странная политика все-таки у игры. Местами. Так, что-то тут не то, что-то тут не то. Ну давай, ладно, посмотрим. Небесное благословение, обалдеть. Небесное благовоние надо было назвать. Редкое жертвенное кольцо, ты посмотри, нихера себе жертвенное кольцо. Это, наверное, при смерти все остается, прокол снимается, кольцо ломается. Прокол не снимается, это пиздеж, я проверял. Я тогда с этим кольцом как раз словил проклятие, окаменел. Надел кольцо и сдох. Ничего с меня не сняли. Видимо, это не то проклятие снимается, а какое-то другое. А чё-то не понял. А что это? Это тупик, что ли? А дорога там наверху идет какая-то. Тут должна быть лестница, минимум. Лестница. Нахер не может такого быть. Куда идти-то тогда? Лестница, блядь. Сука. Падла. О, что это? А, понятно. Да. О, еще один, что ли? Ну, ребята, бля, вас тут сколько хоть?
понаплодили своих, сука, големов. Вон, как туда попасть? А! Блин. Ну точно. А, да. Лохмотья-то эти что-то удар-то вообще не держат. В первой части, видимо, броня-то не пустой звук была, да, чувак? Не зря ты, блядь, в такую херню оделся. В мамин сервис, ёптать, алюминиевых чайников. Так, сюда этот... О, вон мои души лежат. Чувак, здорово, как сам, сучий потрох. Че ж ты здоровый-то такой, блядь, а? Как же я его убивал? Может, его из лука надо расстрелять, да иди нахер? О, ну давай. А, блядь, как он пробил-то? Читуешь, гнида такая, блядь? А, ему в щит нельзя попадать. Что ж, это многое объясняет. Удар с ноги он вынес. Ну ты, блядь. Да, копейщик из меня вообще знатный. Балдерский доспех. Да, оставьте себе свои тряпки поношенные. В этом доспехе дырок от моего копья больше, чем, не знаю, в муравейнике, наверное. Так, что тут у нас? Там опять горгульи сидят, меня аж передернуло, блин. Да ладно, я знаю, что здесь что-то должно быть. Иначе вообще нахер нужен этот балкон. Видимо, тут шикарный вид на кучу камней открывается, да? Бывает. Хорошо, тупик так тупик. Ладно, что там тогда? Ага. Ага, клеточки. Херак. Ну-ка, давай-ка посмотрим, куда она. Куда нас везет. Туда желательно, где. Во-во-во, не-не-не-не-не. О, тут лут, лут, тут повсюду лут, нифига. Здравствуйте, до свидания. Поехали. Интересно. А, и там тоже клетка. Ага. Но она не работала до того момента, как я не открыл эту клеть, да? Странный подход, странный механизм. А как же того чувака из клетки-то выпустить? Придется ему, видать, долго там чалиться еще. Так, ну сюда этот говноед вроде как не бросает. Да, вот обугленное место-то как не бросает. Еще как, сука, бросает, походу. Нифига такой упертый арбалетчик. Даже в ближнем бою арбалет не бросил. Так, что тут есть? Что тут есть? Так, понятно. А это что? Сейчас посмотрим. Ой, да ладно, блядь. Пошел ты нахер. Это я сюда, что ли, прыгал? А, так это срезка. Или это другой? Да не. Срезка, наверное. Роскошный вид. Да, роскошный вид. У меня такого роскошного вида аж сжалось кое-что, кое-где. И я что-то не понял. А что это такое? Тут тоже ни одной секретной стенки нет. Тогда нахрен нужна эта комната? Что-то я вообще не отдупляю. Не отдуплям, боё-моё. А, здесь видно, вон, босса следующего. Здоровенный, сука, тварь, ублюдок, а? Чё мне там, 5000 душ как раз ему задарить можно. Уязвимость нога. Да, нога, ёптать. Та нога, с которой он может тебе, наверное, подсральника выдать, да? А чё всё трясётся-то? Ладно, пойдем проверим. Пойдем узнаем, что как у него. Это что такое? О, как я поймал, кидай еще, ёпта. Фризби! Так, ну давай. Уладим этот вопрос, ты и я. Ух ты, блядь.
До встречи, чувак! Че за хуйня? Почему, блядь, арена не огорожена? Что за ринг такой? Дерьма с ссаного кусок. Я, наверное, первый, кто сдох, блядь, даже ни разу не ударив. Ёб твою мать. Интересно, мои души остались наверху или вниз? Упали. Мое богатство, мое бренное. Вот оно, вот оно, вот оно. Быстрее, быстрее, быстрее. Хрен тебе, косоногий. Так, что у него за арена? Арена-то какая здесь? Мелкая, блядь, арена. Он один половину занимает. Сука, чё ж ты, блядь, в этом? Это чё за пиздец ещё? Не участвовал в этой, в живой стали в фильме, не снимался-то, а? А-та-та. Ай, больно, наверное, сука, падла. Я понял теперь, что там была за лестница. Там, сука, сидит этот хуёныш, блядь. Кидает свои, блядь, пёзные, сука. На тебе в пятку, блядь. Хер тебе там лысый, ёптать. Почему и по нему огонь не наносит, я не понимаю. Получи, получи. Ух ты, блядь. Нихуя ты лезгинку ебашишь. Круче, чем Кадыров, блядь. Заебал этот Майкл Джордан уже. Да, сгори. Нет. Я буду жить. Есть место, куда этот пидорас не доп... Ну, спасибо, блядь. Прямо в спину. О, бам ему по башке, нет? Давай, до сюда этот хуй не добросит. Иди сюда, подходи. Я тебя здесь сейчас чекалдыкну, блядь, своей палочкой, нахуй. Будешь отпичен зубочисткой сейчас. Ах ты, блядь. А, о как. О как. Могуч, могуч. 5000 дамага, блять. Сколько он там жизни-то мне снес, ублюдок. Надо этого, значит, метателя говна завалить. О, мне человечность дали, нихера себе, за что. Ну, здравствуй, пидораствуй. Чё, сука, не ждал? А, 140 дамага. А, как тебе? Сейчас я тебе напиздрячу, блять. Ох, я тебя... Ой, блять. Ау. Ау. Все, батарейка села. Сейчас я, блядь, подожди, выпью. На тебе, блядь, по твоей повинную голову, блядь, склонил. Да ёб твою мать. Стопэ. Что он там делает? Ща, горилла, подожди. Как бы тебя спровоцировать, чтобы ты опять разрядился? Лох. И писька у тебя маленькая. А у мамки твоей большая, ёптать. Ты бы из нее, блядь, вместе со своими камнями стоя вышел, сука. Нет, он так ни хрена, да? Даже с ноги, блядь. Лежачих не бьют. О, все, ему жизни-то... Ему жить-то оставалось один пендаль, блядь. Чё, скис, что ли? Обломок титанита, блядь. О, это вообще, ух. Ну чё, мыль жопу железный. Сейчас на ручки поплюю, блядь. Да спущусь тебя нахрен, тоже отдрюкну, ёптать. Так что лучше сам себе, блин, туземца намыль. Сейчас мой черный меч тьмы, или как там? А, меч черного рыцаря. Сейчас познает твою жопу, блин. Тан-тан-тан-тан. Оркестр. Марш имперских штурмовиков, сильвопле. Да ты можешь быстрее ходить-то, что ты, блядь, как сборная России, ёб твою мать. Эть. Ух ты, блядь, с матросским замахом удары-то наносит, а? Косой ты, как Шарапова, блядь. Ну-ка. О, 65 урона, блядь. Ёб твою мать. Надо было все-таки копьем его тыкать, походу. Меч-то еще херовей. Режь ему ахиллесовое сухожилие. Ух ты, ёб твою маму. Страх-то какой, господи. Аминь.
Аминь, двойной аминь. Господи, прости меня грешного. Чё это он зашатался? Чё-то, видать, я ему копыта-то повредил, блядь, а? Ой, да ладно. Да ладно. Да ладно, блядь, нихуя себе. Когда я первый раз это говно проходил, я 2 часа бегал, блядь, в него из лука стрелял. А его, кажется, сбросить можно было. 40 тысяч душ за такую халяву? Да ладно, блядь. Нихуя я показал просто, блядь. Просто от бога. Я вот так с ним воевал. Сюда добегу, вот здесь как раз встаю. Вот, по нему стрелами пью-пью. Он в меня не может своим говном попасть, потому что от меня тут одно лицо торчит. Он сюда подходит, я тут кувырок-кувырок, блядь, кувырок. Бегу вот туда, нахрен, опять же, с луком, потому что бить его вообще очково было. Сюда бегу, вот. Здесь такая же вот эта вот херня. Ну или справа, справа, по-моему, вот. Опять его пил-пил и стрел, он опять подходит, я туда бегу, опять его там, так его и дрюкнул. А тут, оказывается, ему просто по копытам стучишь, и он падает. Нихера себе, блядь. Чё за упрощение такое? Где его труп-то? А, они же рассеиваются. Вот это отстойно, на самом деле, что в этой игре их трупы рассеиваются. Я бы хотел, чтобы он лежал внизу, а я его ещё ему сверху нассать на него мог. Или спрыгнуть на него, не знаю. Во, спрыгнуть, да. Так что это за говно? Круг света. Божий сфинктер, блин. А, здесь же сейчас ворона, по-моему, да, должна пролететь. Лишь бы горгульи не прилетели. А, нихера себе. Демоны, демоны. Я что-то не понял, а что, с хера ли они мне помогают? Там же с ними драться придется. Или они меня сейчас порут на... Понесли меня, как Иисуса, прям. Это валькирии, валькирии. Они признали меня викингом после того, как я этого голема вальнул. В Вальхалу летим. Вот она, Вальгала. Новенький Онорландо. Анальная крепость. Редкая хреномантия. Так на Аден похоже из линейки, что просто обоссаться. Мерси, мадам. And fuck you, bitch. Так. Онорландо. Открытое достижение. Достичь Онорландо. Да, до сюда немногие дошли в этой игре. Я согласен, достижуха мощная. А можно туда запрыгнуть и что-нибудь там написать? А можно застрять вот тут и уже никуда не прыгать. Эй, прыжок-то где? Ай да пошел ты. Тут все равно надписи как-то убого работают в этой части. Интересно, где все жители? О, смотрите, вон горгулья сидит. Вон внизу. О, смотрите, робот стоит. Вон, прямо. Главное, что-то он пассивный какой-то. Они что, не нападают, что ли, здесь? Да, они нападают. Что, ёбудал. Забыл, в какую игру играешь. Это первый, наверное, статуя. А эти-то нормальные. Их еще и хуй убьешь. Из-за того, что у них щит у всех. Щит. Так, ну тут главное это... Душ-то потратить. Чё за хуйня? Что, тут тоже хранительницу огня чпокнули, что ли? Дерьма кусок. А, во, заработал. А чё было? В чём дело? Гражданочка, чё у вас костёр-то нерабочий? Силушка богатырская, 27, ёб твою мать. Что-нибудь потом носить смогу, наверное. Не, нахер, надо вес тоже подкачивать. Я хочу броню нормальную надеть там. Такая есть прикольная. Мне это чисто визуально не нравится. Я похож на старую бабку. Бонжур, мадам. Чё, скучаем? Избранный мертвец, да. Это я, автограф. Пройдемте в номера. Так, усилить фляга с эстусом. Давай усилим. Фляга усилена. А скажите, когда я предыдущую душу хранительницы огня просто использовал, это что было? Что я за это получил? Догадываюсь, что не херашечки, да?
Тут есть такой прикол, если на Гвиндолина темное солнце напасть, короче, она становится враждебной и костер гаснет. Это я помню, блядь. Ни Гвина убить не смог и без костра остался. О, красавчик вообще. Ух, блядь. Прямо джок. Так. Че, пойти попытаться робота убить, что ли, какого-нибудь? Мне кажется, что мне здесь рано находиться. Меня тут... А как мне отсюда уйти теперь? Вороны второй раз за мной не прилетят, я думаю. Или прилетят. Но здесь они точно мне сейчас жопу разорвут, вы чё? Это же, бля, вообще ноль шансов из нуля. Там еще вон Смоуга статуя стоит. Не Смоука, блядь, а палача Смоуга. О. Оп-оп, он меня подманил поближе, а теперь пошел. Но это как мастодонты из второй части. У них даже, смотрите, алебарда такая же. Только там они были слоноподобные, а здесь они гуманоиды. Тихо, блядь, здание поломаешь, дебил. Придется этим узбекам звонить, чтобы починили. Ах ты, блядь. При попадании в щит дамаг полностью аннигилируется. Да ладно, блядь, нихуя ты богатырь. Слышишь, может ты пойдешь драконов убивать, блядь, смотрю, ты чувак-то могучий такой. О. Да ёб твою маму. Ай, святая женщина, сколько за такого здорового душ дают? 1500 душ за этот шкаф? О, ну это шикарно, шикарно. Адабрямс. Тут чё, нихера? Так, давайте-ка копье проверим. Может, их копьем сильнее колбасит, оно ж вон с электричеством как-никак. Эй, чувак, тебе батарейку подзарядить в чакрах? Ай-та-та, 47 урона. Ой, 47 урона. Еблысь он мне. О, бля. Не, чувак, чё-то, погоди, борода какая-то. Дожди, дожди. А, дожди. Сука, интересно, этим копьем с молниями кого вообще убивать, кроме драконлингов вообще кого-нибудь можно? В спину. Ах ты, падла. Ах ты, подлый ублюдок. Только со спины можешь нападать? Ах ты пидорок, блядь, как же тебя в армию-то взяли? Да ну нахуй. Слышь, завязывай. Ты читуешь это, блядь, против правил. Да, не зря за него 1500 душ дают. Ну-ка, еще один раунд, падла. Да нахуй я прыгаю. Колющий удар. В его эти кожаные ножны. Да как же заебал ты за тупок. Ты можешь, блядь, без задержки бить, чтобы я уворачивался? Это пиздец, блядь, как с вами драться-то, как вы заебали мертвого уже. А я великий мертвец, вы меня, блядь, по-великому заебали. Отлично, блядь. Удар в палец ноги не считается. Да пошел ты нахер. Ай, мать твою. Так, у меня есть план. А, да, нихуя, да? Сука, блядь. Хуй там. Да ты... Блядь. Как же я первого убил? Подожди-ка, подожди. Да подожди, нахуй. Ща, пристрелочный. Ах ты, ёб твою мать. О, да. Сука, лук, оружие бога. Чё, сука, откинул кони? Будешь знать, как на меня выебался. Так, вот, чем громче шкаф, тем больше падает. Всего-то 5 аптечек, блядь, на 2 мобов. Отлично вообще. Награждайте меня по заслугам моим. Мерцающий титанит, ну это вообще от бога. Лут прям. А, ёб твою мать, блядь! Сука, блядь. Хуя он скримерный. Чё он здесь делает, блядь, в этом соборе, нахуй? Ну, пиздец. Теперь идти опять их ковырять, до души своих выковыривать, блядь. А, блядь.
Сука, что-то ни хрена с этими, блядь, солдафонами по-нормальному не получается. Ну, тварь, блядь. Давай, сука. Перемахнемся. Ну, мимик в этой части, он как боец-то говно, он только может, блядь, подкараулить, это его максимум. Тварь он наш, блядь, обосранный. Алебарда кристалла. Ну, нахрена ты мне нужна, алебарда кристалла? Чё там в те хорошего-то хоть, алебарда кристалла? О, нихуя себе. А, она не чинится, да? Хуй поймешь, по-моему, не чинится. Раз кристалла. Ух, атака. Ух, прям удар. По-богатырски, блядь. А так, если то же самое. Как-то эта часть на скейл и бедна, я смотрю. Да. Непонятный, непонятного назначения предмет. Еще и в мимика спрятали. Хитрожопые. Ладно, думаю, на этом, на эту серию хватит бессмысленных убийств и мучений. Продолжу следующий. Так что пишите, жмите.